Сегодня, 6 июля, во всем мире отмечают День поцелуев. Всемирный день поцелуев – это неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах. Родиной Всемирного дня поцелуев считается Великобритания. 20 лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного. Поцелуй – это один из способов выражения человеческих эмоций. В зависимости от контекста, деталей исполнения может выражать широкий спектр чувств. Поцелуй может использоваться для выражения чувств любви, страсти, привязанности, уважения, приветствия, дружбы и удачи. В общем случае, поцелуй стал общим выражением любви во многих культурах мира и выражает положительные и нежные чувства человека. Немножечко одиноко, поэтому нейтрально абсолютно. Это очень полезно, действует много мышц, я знаю, там, вот, и эндорфин вырабатывается, так что целуйтесь почаще. Во время поцелуя сближаются, узнают лучше друг друга, и это полезно для здоровья. Потому что во время поцелуя, как и во время объятий, улучшается сон, укрепляется иммунитет, повышается настроение, также, что еще, маленькая эйфория, если, конечно, ты целуешься с человеком, которого влюблен. Сегодня Всемирный день поцелуев. Вау! Можете рассказать, как вы относитесь вообще к этому празднику? Отношусь очень хорошо, потому что поцелуй заряжает энергией. И вообще очень прекрасно. При поцелуе все бактерии пропадают, выделяются определенные, я не знаю, как оно называется, но человек излечивается даже во время поцелуя, поэтому это очень классно. Целуйтесь все. Мы вот целуемся с самого утра, правда? Да. С детьми и с нашим папой. С самого утра проснулись и целуемся. В день надо 8 раз обнять дорогого человека и поцеловать тоже 8 раз. Обязательно, в каком бы ты настроении, состоянии не находился. Так мы обмениваемся хорошей энергией, настроением, вообще чувствами и дарим ее друг другу и целуемся. Ну, я с ним целоваться не буду, но это мило. В принципе, мы относимся к этому празднику. Да. Да. У нас есть кого целовать. Нужно тщательнее выбирать, с кем целоваться. Я поддержу его вариант. Целуйтесь и будьте счастливы. Я считаю, что это очень круто. Когда есть пара, когда есть с кем целоваться. Это выражение самых позитивных эмоций, то есть вот какая-то вот, ну, так. Если, например, губа треснута и кровь, то можно спид передать. И разные другие воздушные капли, которые потом передаются. Выделяется гормон счастья. Если поцелуй более страстный, то это полезно для зубов, не будет кариеса. Это реакция людей на их ощущения, эмоции. Поцелуи, насколько мне известно, обладают множеством положительных свойств, да? Вот. Но я знаю, что это в конце, в результате складывается на общее состояние организма очень хорошо. Это же родина, да?